электрокран. Он стоит на Мерседесах. Луидор ставит его вот с таким вот штекером. Здесь вот его вынуждены были отрезать, потому что другой купили. Там был другой штекер. Этот, который поставили в Нижнем Новгороде, Луидор, потек. Сейчас посмотрим, что там, какая причина. Вот что у нас здесь внутри. Так, вот эта резиновая прокладка. Вот это тоже что-то такое резиновое. Наверное, вот здесь вот упирается сюда. Сейчас будем эту снимать. Ну вот, да, эту крышку я снял. Здесь моторчик, двигатель, электромоторчик. Отсюда течь не могло. Вот эта зеленая круглая штуковина, она трется об этот сальник. В общем, никаким герметиком здесь ничего дела не исправишь. Приходится только менять его. Причем вот штекер, как я уже говорил, может и не подойти. Вот, в общем-то, и все. Это вот уже вот электромоторчика. Интересно. А вот непонятно, как она должна быть. Так. Или вот так вот. Может, мужики в Нижнем Новгороде перепутали стороной вот этот сальник. Может, полукруглой выпуклостью он должен быть вот так. В общем, у меня было наоборот. Так, ну вот я ее собрал. И здесь вот видно вот прямо щель. Вот эта крышка, она кривая. Вот эта кривая. Здесь щель. Здесь тоже щель. Здесь тоже щель. И здесь щель. Короче, везде, где нет вот этих вот шурупчиков, вот такие вот щели. Вот, наверное, отсюда и текло получается.